Еще вчера школьники и абитуриенты, сегодня студенты престижнейшего вуза области. Для 4000-й армии новобранцев ОГУ этот день знаний первый. Для самого университета 58-й. Я, честно говоря, еще не осознаю сам себя студентом. То есть вот у меня есть студенческий, у меня есть пропуск в ОГУ. Но я думаю, все впереди еще. Студенчество – это, конечно же, новая страница в жизни. Я жду от него очень многого. Я жду новых друзей, новых знакомых. Помочь перешагнуть порог взрослой жизни новоиспеченным студентам пришли самые близкие люди – родители. У моей дочери должно все получиться, так как она поступила на факультет экономики и управления. Что хочу ей пожелать? Успехов в учебе, чтобы у нее все получилось. Хороших, достойных друзей хочу пожелать, учителей. Добрых, отзывчивых, с пониманием. Ну что желаю? Учиться, учиться, еще раз учиться. Приобрести специальность, потому что поступила на факультет, на тот, который она хотела. Добилась своего. Овладеть знаниями, применить их. Устроиться на работу, хорошо работать. Всего самого хорошего. Сам я закончил тоже этот институт. Вот, электротехнический факультет. Так что по стопам. Духовным напутствием для студентов стали слова митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина. Поздравили с началом учебного года университет и другие высокопоставленные гости. Правительство Оренбургской области по заслугам оценивает вклад профессорско-преподавательского студенческого коллектива ОГУ в развитие нашей Оренбургской области. Это самый крупный вуз нашего края степного и самый крупный вуз нашего региона. Позвольте мне пожелать студентам Оренбургского государственного университета, первокурсникам, высоко нести знамя ОГУ, высоко нести честь и марку студента престижного университета. В Оренбургском государственном университете у вас есть все возможности. И я очень надеюсь, что вы имеете этими возможностями воспользуетесь во благо Оренбурга, во благо Оренбургской области и во благо страны. Особенно поздравляю первокурсников. У вас сегодня особый день. Я надеюсь, что вы запомните его на всю жизнь и пронесете это чувство на многие-многие годы. С праздником! Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября. Ректор Владимир Ковалевский призвал первокурсников ничего не бояться и смело шагать по дороге знаний и открытий. Это естественное состояние, наверное, любого студента, который из какой-то, вот, допустим, небольшой школы переходит вот в такое огромное сообщество, и он кажется себе таким маленьким, потерянным, но это не так. У нас коллективы факультетов, очень хорошие, дружные коллективы. Им помогут и деканы, заместители деканов, преподаватели, кураторы, студенты без присмотра не останутся. И мы им это обещаем. Самое главное, чтобы они определились, что они хотят, где хотят. Хотите спортом заниматься? Пожалуйста, для вас спортивные объекты, и стадионы, и дворец спорта, и другие спортивные залы. Хотите как-то культурной деятельностью заниматься? Пожалуйста, Дворец культуры России, комфортабельное общежитие. Ну, я считаю, какой-то период, конечно, дискомфорта у них будет, но не надо, в общем-то, теряться, и все будет хорошо и замечательно. Я просто в этом уверен, по-другому у нас быть не может. Стадиона спорткомплекса «Оренбург» едва хватило для парада факультетов ОГУ. Деканы, облаченные в профессорские мантии и шапочки, тепло приветствовали своих студентов, особенно первокурсников, главных героев праздника. Они поступили в серьезный, престижный вуз. Учиться у нас интересно, и несмотря на вот такую пасмурную погоду, я думаю, настроение у них хорошее. И у них все получится. И вот кульминация. Торжественное произнесение клятвы студента ОГУ. Клянемся, что будем, не жалея себя, шаг за шагом идти вперед к новым достижениям и открытиям. Большой – один на всех. Вынос символического студенческого билета с ключом от знаний – многолетняя традиция университета. Лучшие первокурсники получают эти регалии из рук старших товарищей. Не менее почетно пронести другой символ ОГУ – его знамя. Этой чести удостоился студент 5-го курса факультета прикладной биотехнологии и инженерии Эдуард Булатасов.
многократный победитель международных соревнований по гиревому спорту. День знаний – это всегда праздник. Атмосферу радости создавали творческие коллективы студенческого центра ОГУ ДК «Россия». Грандиозное флаг-шоу сменилось зажигательным флешмобом, ставшим таким актуальным в эту пасмурную холодную погоду. Разогреть публику получилось и у спортсменов, устроивших показательные выступления. Борцы, футболисты, тяжелоатлеты, бегуны, баскетболисты, пловцы. Можно только гордиться теми, кто прославляет родной университет на спортивных площадках и аренах. Этот день знаний отмечался в год российской истории, а потому поздравить студентов пришли легендарные исторические деятели прошлого – Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский. Зрители на время стали свидетелями великих дел средневековой Руси, но уже скоро заряд древней энергии растворился в современных ритмах. Так прошлое России соединилось с настоящим Оренбургского государственного университета.